Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, этот год был очень необычным, но мы можем посмотреть на него с разных сторон. Можем посмотреть как испытание, можем посмотреть как награду, потому что за этот год мы научились многое ценить, чего, возможно, не ценили раньше. Я хочу попросить вас, посмотрите на этот год с перспективы Божьей, с перспективы Божьего света, что изменилось во мне, что я могу изменить и что я могу отдать людям. Люди нуждаются. Просто я в этот год, как никогда раньше, вижу одинокие, ходящие, усталые лица. И мне даже очень непривычно, иногда тяжело и страшно подойти к этим людям, но они нуждаются. И за этот год я, наверное, поняла немного вот эту часть одиночества, а если нет Бога, то совсем плохо. То есть нет никакой надежды. Бог сделал величайшие вещи. То есть вот эти звезды, они на миллиарды, сотни лет отдалены от нас. Это громадная махина. Он все это двигает для того, чтобы просто вам показать. Я приду, а это большое величественное дело. И просто расскажите, дайте вот этот свет. Почитайте Библию, получите этот мир Божий, мир, да, ангелы сказали, мир людям на земле. Получите этот мир и непременно отдайте его тем, кто нуждается, особенно в этот непростой, необычный год.